Роте. Мы идем кушать, Кирюша? Да, в шаурму как бы мы. Мы проснулись в 2 часа дня. Опять, как обычно. Это мы уже неделю это две. Это та, которая говорит, новая жизнь с понедельника, просыпаемся в 10 утра, снимаем видосы, монтируем, делаем дела. Ну, мы вообще-то уснули в 7 часов утра, и все это потому, что у нас соседи дебилы, и скоро будет новое шоу на канале Кирюши Аккуратного, называется «Разоблачить соседей». Разозлить соседей. Мы просто будем вызывать службу по защите прав детей, потому что они постоянно бьют детей. Пиздят детей, да, бьют сильно. Кричат на них, и они считают, что это никому не должно мешать. О. Это наша новая шаурма? Ну да. Я хочу побольше. А ты съешь ее? А давай проверим. С двойной или что? Да. Ну окей. А ты хочешь двойную? Не, я возьму стандартную. Да ну это ненормально. Я, прикиньте, буду жрать двойную, и а что? Он стандартную. И что теперь? Я и так попробую. А смотри, сыр, кукуруза, оливки, грибы, ананас. О, ты же брал тогда с ананасом. Кирилл, кстати, очень любит кухню фьюжн. Он любит мешать все соленое со сладким. Я такое не люблю. Я вам так скажу, открою вам небольшой секрет. Стандартная не отличается, на самом деле, от средней и двойной. Ну, она отличается практически на там пару грамм, а по цене в два Ладно, раза. Ладно, мне, короче, с сыром. Хорошо. Весело происходит. В итоге Кирюша подзаказывал добавок куча, и главное, чтобы сейчас шаурма просто у нас не развалилась. Не, и не она размякла. Не развалится, ты шаурма. Итак, наша шаурма готова. По-моему, она шикарная. Я надеюсь, она настолько же шикарная на вкус. Спасибо вам. Спасибо большое. Идем, идем. А тебе помазали? О, ну, ну конечно, она весит. Мы она сейчас нормально. Идем смотреть квартиру, хотя бы подъезд. Нам нужно возвращаться. Еще одна проблема. У меня были наушнички. Так, и что с ними случилось? И сегодня мы проснулись, и наша Кирочка мои наушнички оприходила. Подожрала. Она перегрызла мне одно ушко. А теперь у меня нету наушников, и я сегодня... Опечалена? Утро рассказываю Кирюше, что мне нужны наушники. Дело в том, что просто я такой человек, что если мне что-то нужно, то мне нужно это сейчас и вообще, и прямо сию секунду. Поэтому мы поели шаурмы. Кирилл, и типа, теперь Инна мне компостирует мозги о наушниках. Не надо рассказывать, что я тебе компостирую. Но это вырежь, Кирилл. Это правда, ну-ну. Сейчас идем, сейчас минус 3 градуса где-то. Кирюша меня задобрил едой, а сейчас мы идем искать наушники, но уже все закрывается, потому что мы проснулись только в 2 часа дня. И поэтому Кирюша меня просто сподвигает на то, что он мне купит какие-то супер наушники, но главное, чтобы я подождала хотя бы день. Я не знаю, мне кажется, что это нереально, потому что даже в розетке на следующий день не привозят товар. Сходили мы псевдо а-ля на просмотр квартиры, и Инну просто впечатлило то, что там ездил трактор. Вау! Так все-таки, смотри, как офигенно. Офигеть, мы пришли к своей мечте. Боже, так, тут кстати, реально смотри, его строят. Там что-то и происходит. Все достраивалось. И Инна теперь говорит, давай покупай там квартиру. Не, ну, кстати, вот отсюда я тебе скажу, он выглядит неплохо, да. Он, во-первых... Но меня смущает то, что слегка в жопе. В какой жопе? Оно сейчас все закончится строительство. Здесь все расчистится и нормально. Тем более реально на районе, к которому привыкли, потому что очень уже давно тут... А чтобы вы понимали, купить квартиру в уже готовом здании там какого-то 79-го, 75-го года... То есть дороже, чем... Ну, гораздо дороже, да. Гораздо дороже. А этот дом, кстати... Тут в чем еще бонус, что здесь высокие потолки и толстые стены, потому что он изначально строился как офисное здание, как и офисное там здание, 3,5 или сколько метров? Да, 3,5 метра потолки. То есть можно даже на при желании на, сделать этот спальню. Чтобы вы понимали, я, когда мне на работе было нечего делать, я посмотрела все схемы этих однокомнатных квартир. Я даже уже выбрала квартиру по площади и по размещению, ту, которую я хочу. И я даже уже нарисовала ремонт для этой квартиры. Жесть какая, Инна. Да, и... И во сколько ремонт обойдется? Еще в десятку зелени, да? Да, но это будет...
такой супер евро, это будет барная стойка, это будут подвесные потолки, это будут кожаные диваны. И, ну, это мой фетиш, кожаная мебель. Я вообще, после того, как во фризоре мы побывали, я реально понял, что нет смысла брать что-то другое, а что кроме как пожарная. То есть, если мы пожарная, будем... смотрите, запобігти, врятувати, допомогти. Боже, а если люди меня увидят, скажут, что я больна. Короче, вот так погуляли по рыночку, и я понимаю, что... Пора квартиру покупать. Это, знаете, это второй выпуск, как живут видеоблогеры. Пока Инна ушла по своим делам, я решил не терять времени зря и подыскать ей наушники. Поиски мои были относительно недолгими. Я через друзей ВКонтакте искал, кто на какие интернет-магазины подписан. Но на самом деле это самый, как по мне, легкий и быстрый способ найти нужную тебе вещь. Я так когда-то находил себе обувь и так далее. Я наткнулся на интернет-магазин, который так и называется. Интернет-магазин интересных и нужных вещей. Магазинчик. Вот. Здесь у них, вот, сейчас покажу вам, вот, нашел я вот такую вот штуку, наушники, стоят они 200 гривен, и выглядят они как такая копия Monster Beats, и как по мне, Monster Beats, вот, чем они подкупают это своим дизайном, вот эти наушники выглядят реально как... Копия Monster Beats, стоит они недорого, 200 гривен, не знаю насчет качества, но думаю, что там хотя бы месяц-два должны они продержаться, эти наушники. Также здесь в магазине есть какие-то акции, типа ты заказываешь один предмет или два предмета, тебе высылают еще предметы в подарок. Меня на самом деле интересуют сроки, поэтому я сейчас свяжусь с менеджером вот здесь, Елена. Вот, она как раз сейчас в онлайне. Сейчас свяжусь с менеджером, уточню у нее все детали, сделаю заказ и надеюсь, что завтра к вечеру уже наушники придут. Так что приступаю я к этим всем бюрократическим штукам, потом уже расскажу вам о результате, получилось у меня что-то или нет. Всем приветик, в общем, пришла посылочка наконец-то с тем, что я заказал для Инны, и сегодня пятница, мы сейчас быстренько ее откроем. Посмотрим, что там внутри, и выбегаем уже на улицу, потому что нам сегодня предстоит концерт, нас ждут ребята. В общем, давайте все быстренько сделаем, посмотрим, что там, и Инна сейчас откроет. Я думаю, ей понравится, она будет довольна, потому что после тех всех расстройств, которые были с наушниками, ну, нельзя разочароваться. Ого! Антистресс! Вот это... Что это ты? Это что? Это тебе? Давай, сейчас я... Вот это вот самое главное, боже. Они яркие, посмотри какие. Андрюша, спасибо. Теперь просто те наушники пострадали. Вот смотри, наушники тебе под цвет губ почти. Ну не почти, но примерно. Я ничего с ними не сделала. Они реально прикольные, они регулируются. О, на тебе идет. Вообще классно. В этом интернет-магазине была акция, и когда я заказывал Ине наушники, менеджер написала мне, что вы можете выбрать еще два любых товара, и мы вам их положим. В общем, я выбрал себе вот такую вот штучку. Это маленький складной ножичек, сейчас я его распечатаю. Взял я еще линзы для телефона. Вот, но это тоже для Инны, потому что у меня есть камеры, а у нее, ну как бы, она вроде как и есть, но с другой стороны, это все-таки моя камера. Я решил, что линзочки будут не лишними. И вроде положили еще что-то, сейчас давайте посмотрим. Это USB, как светильник, это тоже для меня, да? Ну это в подарок, да, и шло? Вот эту штучку нам любезно, походу, положила менеджер, потому что мы с ней так мило пообщались, и... Я на самом деле вот это не заказывал. Походу она положила реально просто это как приятный бонус. Ну прикольно. Это USB-шка со встроенным фонариком. И прикол в том, что ее можно включать, она жрет мало энергии и офигенно тем, что не очень ярко светит. Ну вот. И антистресс. Мне интересно, антистресс на новой почте положили или это она положила? Что за антистресс? Ну вот эти вот пупырышки. Вот, хочу распечатать ножичек, посмотреть, как он, потому что такого я еще не видел. Мне интересно, реально он слишком хреновый или все-таки более-менее приемлемый? Лучше играть с ножичком, ну, разбирается.
Самый прикол, что на сайте было написано, что ни в коем случае не используйте это как холодное оружие. В смысле? Там написано, что оно не является холодным оружием. Ну и не оружием. Является как холодным оружием. Ну отлично. Я тебя не слышу. И себя. Ну нормальная громкость? Я не слышу. Инна, громкость нормальная? Они, да, они очень классные. Дай-ка я послушаю. Дай-ка мне их. Ой, слушай, вы как эти. В них удобно монтировать. Ну, вроде неплохо, да, играют. И не хорошо. Кричи! Ты довольна? Очень. Спасибо. Добрались мы до места назначения в арт-паб «Бочка» на Подоле, Верхний Вал 22. И заходим мы на концерт. Сегодня будет играть группа, которая раньше называлась «Ласковые усы». Сейчас они называются «Тетрис». «Ласковый май». «Ласковый май». Вот, короче, в общем, давайте заходим уже. Леша, давай и докуривай, да пойдем. Дима встретит нас или? А что Дима нас будет встречать? Идемте. Здравствуйте. Лично встречаю, прям высматриваю. Здравствуйте. О, крутяк, невероятно. Так, нас уже встретили, вот, и сейчас нас заведут. Да, идемте, я вам дам, типа, самые козырные места, которые есть, в общем, в этом заведухе. Людей много? Нет, людей достаточно. Привет. Да. Итак, потом, все успеете, все нормально. Давай, заходим. А, еще не начался, да, еще концерт, я так понимаю? Еще не начался, мы чтобы вас ждали. А, вон я вижу нас еще один товарищ. Да, чувак, вообще очень рад, что вы пришли, на самом деле. Искренне. Привет, что, Дима. Я надеюсь, вам понравится, вы ворветесь как следует. Все, у вас так, еще будет кто-то. Где мы будем сидеть? Идемте. Идемте. Нам организаторы любезно выделили хорошие места, сейчас мы придем туда. Как хорошие, лучшие, типа, в этом месте. А, то есть, получается, лучшие даже, ну отлично. Конечно, типа, самые дорогие. Гости, можно их не проверять, давайте, ничего, давайте, да, просто попечатаем. Давайте. Так, раз, еще стой. Обратите внимание, мы здесь стоим, вот сцена, отвлекайтесь от своих тарелок. Спасибо. Группа «Тетрис». Большое спасибо всем, кто пришел. Еще раз давайте немножко похлопаем группе «Пирожок». Ребята реально круто отыграли свой сет. Ну и типа без всяких затяжных интро мы начнем наше выступление. Давайте немножко пошумим, друзья, тяжелый концерт, ладно, ребята, воу! Реально большое вам спасибо, и следующий трек мы хотим посвятить именно вам. Он называется «Всегда живи сейчас», именно о таких моментах, как происходит сейчас. Для вас. Что-то сейчас будет особенное, я так понимаю. Ну давайте пошумим немножко, что ли. We'll be right back.
В общем, вечер закончился, море впечатлений, в ушах у меня звенит, реально, концерт был громкий, мы даже послэмились, реально, я вспомнил вообще там свои 18-16 лет, когда все отрывались в подобных заведениях, просто дико потные, бесились под музыку, это реально очень было круто. Ласковые усы, нынче Тетрис они называются, прикольные ребята, реально, сколько мы с Димой, наверное, раза два слэмились. Да. Ну, мы а ты не видела? Ну один раз Дима потом уже, а один раз мы вместе. Мы прям уже там, прям в самой куче были. В самом замесе. Я пробрался я в гримерку к ребятам. Вот, пробрался сказать вам спасибо, ребята, потому что этот, я себя почувствовал реально как 18 лет. Потому что мы там трусили задницами, просто слэмились в диком поту, как вообще. Последний раз я не помню даже, когда со мной такое было. Так, а вы мне расскажите, почему вы решили переименоваться, вот что мне интересно. Потому что старое название говно, ну как ты сам понимаешь. Ну просто я вас знаю как ласковые усы, реально. Реально знаю. Вот ты реально знаешь? Да, конечно, я, но вы где-то с 2011-го, где-то 10-го года, 12-го. Да? 12-го. Не, ну вообще мы с 10-го года, типа. Не, ну скорее всего, с Украины мой талант знает. Я помню, в 11-м году точно, может быть, даже где-то у вас был. Да? Вот я просто сам не... А? На концерте был? Ну, скорее всего, наверное, да.
Подожди, а ты из Запорожья? Я из Запорожья, да. Ну мы из Донецка, может быть, вполне. Все может быть. Я просто тусовался раньше в бурную молодость, поэтому... Вот, очень спасибо вам большое, реально было офигенно. Как вам, кстати, аудитория, как вам публика? Вы ожидали больше будет или меньше? Не, мы вообще ничего не ожидали. Ага. Говоря, это наш дебютный концерт под названием «Тетрис в Киеве». Киеве. А, то есть, так мне еще и повезло, я даже пришел этот на первый концерт. Ну, вообще нам повезло, что вот, я слышал, у вас клип будет, да, воскресенье? Ну, типа, завтра выходит клип, да. Ага. А, воскресенье. Послезавтра, сегодня пятница, да. 20-го. Короче, 20-го. Ага, на какую выйдет? Песню? На песню «Всегда живи сейчас». А, ну это та, которая на бис была, я да, понял. Да, ну вот на этот проект типа выходит клип. Ага, и на ютубчике она будет? Будет на ютубчике. Ну, да. Значит, мы все заценим клипец, посмотрим на ваше творчество. Вот, короче, ребята, спасибо большое еще раз вам за концерт. Спасибо, чувак, что пришел. Все, было очень приятно. Вот так вот, даже смотри, давай, бамс. Чувак, все. Спасибо тебе большое. Все, мы пошли домой, потому что взмокли, устали. Все, всем пока, спасибо еще раз группе за концерт. Все. Спасибо, что пришел, чувак. После концерта мы нежданно-негаданно, ну как, практически нежданно-негаданно оказались у Владика дома. Он нас пригласил на новоселье, сегодня первый день, когда он наконец-то переехал в квартиру новую. Конечно, с этим его можно поздравить, потому что в 16 лет... Далеко не каждый может себе позволить снять хату. В общем, мы пришли, и что, будем сейчас выпивать, расслабляться? Финляндия! Вот. Владику 16 лет. Финляндия. 17 лет почти. Нет, короче, вот такое. Давайте тогда. Ну, давайте. За вас. За то, чтобы у вас все было хорошо в новой квартире. Давайте, давайте. Так, 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 раз, 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 раз. Скоро будет уже ваше. Спасибо большое. Женя, а ну покажи свою травму. Травма вот. О, а ну подави, подави палец. О, смотри, смотри. Женя, Влад, у твоей, палец, у твоей женщины травма, отсоси ей эту кровь. Я вижу пальчик-то, мне его тёмает, поэтому давай, Владик, тёмает. Что там, всё серьёзно, что ли, Женя? Да. А ну покажи. Кровь. Просто царапина. Ну, это... царапина такое, подрачиваешь его, подавишь, он немного потечет. Я так мечтала о таком столике, блядь. Аймак, чек, аймак размером как вот этот телек. Вот, аймак 5К, и тупо монтируешь. И в таком вот виде беруга. Вот так. И вашу влог. Так, чтобы понял, чтобы у тебя аймак был на всю стену. Чтобы у тебя вместо окна реально был просто аймак. Тупо аймак. Окно в вину... И ты тупо там монтируешь влог, тупо сидишь так минут... Ну, не минут, а часов 10. Минут! Какие-то очки, какие-то окуляры. Я был бы просто самым счастливым человеком в мире, если блог бы снимал бы не минут, а не часов. Вот реально там хоть бы 59-60, да. 5 часов минимум ты сидишь и хуяришь. Я бывают моменты пересматриваю по 50 раз. Да. Вот тупо мне нравится. Вот я смонтировал 20 секунд, и я их тупо пересматриваю, как они, блядь, выходят у меня. Та же самая херня. Та же самая херня, да. Как у тебя тут дела? Отлично. А, ты уже на раненую руку одела типа эту перчатку, да? Посуду ж надо помыть. Ой, розовую это вы купили. Кстати, а что-то у вас бесконтактная, типа, посуда тут или что? Не, вот, смотри. Не, так я понимаю, но сковородки же обычные не подходят, ну, сюда, да? Нет, сюда подходят только такие. А только такие у вас были в комплекте? У нас все есть. А, вот, чувак, просто вот это я тебе скажу. Так, вот смотри, у нас тут соль, сахар, шоколадка. Кстати, так. Будешь шоколадку? Не-не-не, давай я вам ее оставлю. Целый блок Винстонского. Вот. Чтобы вы понимали, у нас быстрый, типа, этот обзор квартиры Владика. Смотрите дальше. У нас тут хлебушек вот такой вот, какой-то American Sandwich. Так. Потом чай. Ну, это такое, неинтересно. Дальше. Это в квартире было. Так, а ну поднимемся. Так, здесь у нас тарелочки мы покупали, вот такие вот. Для гостей чашечки, чтобы чай пить, и стаканы. Так, покажу вам холодильник. Давай, давай, да. Холодильник, что ж у нас тут есть? У нас есть очень вкусные пельмени. Будешь пельмени? Давай, давай, а ну-ка. Дальше. Колбасочка. Кстати, сосисочки еще, которые мы реально не открывали, очень вкусные. Что это такое? И тут база там... Это салат мамы Жени. Да. Сок, тут помидорчики, вот это очень вкусный чудо-йогурт. Очень вкусный. Да.
активнее, оно такое солнце. А солнце, тебе бы нравился? Так, там что, морозилка, да? Морозилка, да, но тут... Но это же, не, пельмени в этом. Можно пополнять. Да, так, вода? Вода, ну это такое, мы взяли. Дальше. Так, давай показывай уже комнату. Идем. Комнату? Да, да. Так, мы идем в комнату. Здесь понятно все, стоп. Тут, короче, плазма, этот, стульчики. Вон сидят какие-то люди, что будут там рассказывать. Какие-то люди сидят. У нас тут бартенинка и а, стоп, погоди, сейчас, гардеробная. Так, показываю дальше. Включай свет. Так, смотрите. Тут у нас немножко разбросаны вещи, но ничего на самом деле. Вот, это Женин мишка, который я ей подарил. Просто подарок такой сделал, двухметровую мишку, она очень сильно хотела. Ну, такая вот комната. Так, погоди, 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 мишку снимем. Так. Вот, подухи купили. Очень мягенькие, хорошенькие. И дешевые, кстати, они в метр стоили где-то 200 гривен. Одна подушечка. Так. Такой, балкон показывать не будем, что там балкон как балкон, идем тогда... Потому что некогда вам полить окна. Идемте в ванну. Ванны у нас, ребята, нет ванны, есть только душевая. Такая вот душевая, туалет, не знаю, бойлер. О, смотрите, как... Вот так вот все выглядит. Вот Женька тут уже пораставляла. Я не знаю, зачем ей два именно вот мазать подмышки, ну пусть будет. Один подмышки, а другой между ног. Так, и дав. Кстати, пахнет очень вкусно. А теперь, Владик, смотри, для зрителей, которые только-только там, мои зрители моего канала, расскажи, сколько тебе лет, сколько тебе стоила эта квартира и как вообще ты себя чувствуешь? Стоимость квартиры не говори. Почему? А что там такого? Не, ну примерно. Говорить примерно? Не, ну, то есть, я же говорю, это на усмотрение, просто скажи там, типа, я такой-то, такой-то, мне столько-столько-то лет, и я себе могу позволить снять такую-то, такую-то квартиру. Меня зовут Владислав Деруга, я более-менее известный видеоблогер в Киеве, ну и вообще в СНГ. Вот. Скажи, сколько тебе лет? Мне 16 лет. Сняли мы со своей девушкой квартиру, мне 16. Неплохую квартиру, я вам скажу так, квартира более чем неплохая. Для 16 лет это, ну, как минимум она лучше, чем у меня. Вот, так что... Вот, моей девушке 15, очень долго к этому шел, потому что реально очень сильно хотел и стремился к этому реально снять. Вот, примерная стоимость квартиры... А ну-ка. Примерная стоимость квартиры где-то, ну, $500. Вот. То есть, вот, чтобы вы понимали, как вообще живут блогеры и что такое вообще интернет. Вот. Потому что эти люди, когда вы пишете там типа нищеброды там и так далее. Что еще могу сказать? Сегодня я буду ночевать в ванной, поэтому у меня офигенная тарелка наверху, у меня душевая. Все, спасибо, до свидания. Наконец-то решились наши муки того, куда бы нам поехать. Мы думали, я предлагал типа либо приключение какое-то, в какой-то местный гендер, какую-то такую рыгаловку куда-то поехать, так, чтобы вообще никто нас не знал, ничто. Но мне ответил ВКонтакте арт-директор заведения Smoky Bar, если не ошибаюсь, да, наверное, Smoky Bar, это адрес Жилянская, 101, и сейчас мы туда поедем. Нас там пообещали принять как хороших гостей, так что мы вызываем уже такси и в путь. Доехали мы до этого заведения, наконец-то, времени 3:00. Вон, я слышу там звуки туц-туц, наши девушки-блондинки куда-то отошли, я не знаю, что они там пошли делать, да. Мы сейчас по заведению приехали в заведение. Офигенная курица. Офигенная курица, ты говоришь? Вот, девушки наши пришли. Вот и девочки, все, идемте в заведение. Че, ты представляешь, я теперь украсть на вас, блядь. О! Это опять будет как в этом баре. Там. Так, заходим мы в смоки. Да,
тебя урою. Стиль ласковые усы. Всем привет, я до сих пор под впечатлением после вчерашнего концерта и пообщавшись немножко после выступления с музыкантами, выяснилось, что у них есть свой YouTube канал и вот буквально на днях, там пару дней назад у них вышел клип, премьера клипа, и мы с Инночкой решили посмотреть его, потому что что у нас сегодня, суббота, делать нечего, утро, сколько у нас там, 11 часов утра. Мы решили посмотреть клип Тетрис, что нынче снимают прогрессивные поп-панк группы, какие сейчас тенденции в клипмейкерстве, мне интересно. Так что давайте посмотрим. Вот у них есть YouTube канал. Вот. Вот они тут. Тетрис поп-панк бэнд. Вот. И вот их клип. Развернем на весь экран. Качество сделаем получше. И поехали. Инна, что ты думаешь? Оно сделано в прикольном стиле, этот, как мультяшный этот. Как Марио, да, PlayStation. Кстати, расскажу вам небольшой секрет. Инне вчера очень сильно понравился вокалист. Она говорит, что группа такая прикольная, в основном из-за него, что он очень харизматичный. Ну так нельзя говорить, что прям из-за него. Все они хорошие, просто он вообще особенный. Особенный прямо, что ничего себе. Я думаю, девочки поймут. Но клип, кстати, неплохой. На самом деле картинка приятная, коптер у них тут, графика неплохая. Здесь аж этот чувак с тоннелями какой-то, сильно большие тоннели у него. О, ниндзя. Не, так это ж этот известный мост, откуда лазят все малолетки, а потом падают оттуда. Концерты пересмотрела их историю с ласковых усов. Ну, было прикольно. Они «Украина, моя талант» участвовали. Я не понимаю, зачем на самом деле надо было переименовываться. Ну как, я понимаю, да, ребрендинг там и так далее, но фишка в том, что вот банально там вбиваешь в YouTube Тетрис, и оно не находит, а вбиваешь в YouTube ласковые усы, и сразу моментально находит. Поэтому, если вдруг кто-то не сможет найти, я, конечно, оставлю ссылочку внизу. Ого. Ого, оно прям вообще. Что, он сейчас мост разрушит? Да. Кстати, это не одна прикольная песня. Мне бы хотелось, наверное, еще бы клипов от них. Потому что на концерте было много крутых. А, ну все понятно, что с ними происходит. Вон Тетрис. Молодцы. Кстати, они еще вот походу... Это интерпретация их. Ну да, и подписаться. Поп-панк. Смотрите, они еще снимают влоги. Тетрис влог. Про жизнь музыкантов. И, в общем, к чему мы все это вели, почему мы посмотрели клип. Вы видели уже, мы пообщались немного с ребятами, и они мне сделали такое интересное предложение, так как у меня уже был... опыт в съемках, я снимался, ну, в принципе, не знаю, если так посчитать, в клипах 5 я уже эпизодически снялся. И мне ребята предложили сняться в их новом клипе, он будет еще круче, они пообещали еще больше денег туда вложить. Самую-самую крутую камеру голливудскую Red. Для меня это будет прикольный опыт, ребятам, я думаю, тоже будет интересно, поэтому давайте сделаем так. У них сейчас на канале, сколько тут, 1603 человека. Договорились так, как только на канале наберется 5000 человек, то есть эта цифра вполне... А что ты делаешь? Перепечатка. Цифра в 5000 человек вполне реальная, поэтому давайте сделаем так, как только вы напряжетесь, немножечко поработайте своими ручками, нажмете на кнопочку подписаться. Когда набирается цифра 5000, мы сразу же на следующий день приступаем к съемкам. И я думаю, там буквально через неделю клип уже будет готов. Поэтому давайте напряжемся, сделаем приятно и мне, потому что сам хочу, давно уже не снимался. И ребятам сделаем приятно, подпишемся, поддержим их. А я пошел монтировать вам видос. Так что все, пока-пока, спасибо за просмотры. Я пошел, все. Инна. Кстати, Инне, она не может до сих пор снять наушники эти. Они просто... Инна, у тебя видно грудь. Ну так не показывай.